Российский еврейский конгресс вернул имена жертвам фашизма. В Новощербиновской станице Краснодарского края открыли мемориал, посвященный памяти местных жителей, которых расстреляли в годы Второй мировой войны. Из 202 человек 200 были евреями. Историю их жизни расскажет Наталья Кравченко. Высеченная в граните звезда Давида охраняет покой жертв нацистов. В этом месте захоронены 202 человека, большая часть которых была евреями, беженцами с территории современных Молдавии и Румынии. Женщин, стариков и 55 детей казнили 8 сентября 1942 года. Инициатива создания мемориала принадлежит местной жительнице Валентине Кузнецовой, мать которой была очевидицей трагедии. За помощью она обратилась в Российский еврейский конгресс. Чтобы претворить план в жизнь, сотрудники около года изучали архивы в России и в Израильском институте Яд Вашем. С моей точки зрения, это составная часть — вернуть достоинство и тем, кто погиб, и нам, потому что мы должны о них помнить. После оккупации Новощербиновской станицы в августе 1942 года фашисты обошли все дома и проверили документы у еврейских беженцев. Уверяли, что для отправки людей на родину. Но они оказались у края траншеи, где оборвалась их жизнь. И обычно не упоминают вообще на таких захоронениях, в расстрельных местах, вообще, что там похоронены евреи, убитые. Там находятся евреи. Написано только, что расстреляны советские граждане. И про евреев никогда ничего не написано. А вот на памятнике в Новощербиновской там именно так и написано, что здесь погибли советские граждане, большинство из которых были евреи. Краснодарский край в числе регионов с самым большим количеством праведников народов мира. Одна из них спасла семью будущего главы краснодарской общины Арье Ткача. Она переехала с ними в Краснодар из Украины и фактически стала их родственницей. Не кровной, но посланной свыше. Ее звали Домна Евстафьевна Данилкович. Мы ее звали тетя Дуня всегда. Баба Дуня. С самой молодости прожила вот в семье моей бабушки и дедушки. Как бы она сказала, что бабушка, дедушка и все, получается, моя мама и все дети, что они ее родственники. Мемориал в станице стал первым установленным по программе Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство» в 2020 году. К декабрю планируется открыть еще около 20 памятников жертвам Холокоста в разных регионах страны.